И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике вставим вот этому черепах, значит, священнику кости. Потому что у него тело совсем иное, и в Миксама там некорректно все это дело вставляется. Давайте лучше это все дело самому делать. Так, что происходит? Давайте вот это все пока аж скроем. N-панель, screencast key. Ну, опять же, кому интересно, да. Shift-A, сочетание клавиш, это значит у нас арматура. Ставим ее, опять же, via port display in front. И сейчас я на ускоренном все это дело сделаю, а потом нюансы уже рассмотрим, как это все дело подкорректировать. Вот эти ключицы, как подправить и так далее. Итак, значит, основные кости вставлены. Можно, значит, вот это все дело сюда подвигать ближе к ключице, можно не подвигать. В принципе, все здесь, ну как, настроится нормально. Итак, теперь нам нужен хвост. Значит, хвост, вот эта косточка вытягивается из таза, и она отвязывается и просто привязывается к тазовой кости. Итак, с хвоста вытаскиваем косточку на всю длину. Делаем правой кнопкой мыши subdivide, делим ее, ну давайте на побольше, да? Так, все, хвост ровный, будет гнуться нормально, и все это дело пока оставляем. Тут другой вопрос, у нас есть панцирь, если мы будем гнуть тело, то у нас будет гнуться и панцирь, будут растяжки, это нужно будет настраивать веса. Я настраивать веса не хочу, поэтому я сдублирую вот эти косточки, так, Shift-D, и поставлю их за этим позвонком, вот так вот, одинаково. Значит, эту косточку я привяжу к этой, Ctrl-P, Keep Offset, эту косточку привяжу, значит, к этой кости, Ctrl-P, а эту привяжу к тазовой. Так, в принципе, их можно оставить и отдельно. Сейчас посмотрим, как они себя покажут. Да? Можно их даже подальше, наверное, будет отвести. Ну, пока вот такой вариант. Так, теперь что нам понадобится? Нам понадобится, так, с головы вытаскиваем Е кость. Alt-P, Clear Parent, отсоединяем. Это будет у нас, значит, трость. И ставим ее именно там, где будет рука. Не внизу, вот именно от того момента, где будет рука и где будет поворот этой, значит, трости. Эту трость вязать пока ни к чему не буду, так оставлю. Так, дублируем все кости, внимательно просматриваем, какие, ну, не выбраны, чтобы потом не было неприятностей, да? Делаем Shift-D. Щелчок, правая кнопка мыши Mirror X Global, и подставляем все это дело на эту сторону. Так, тройка на numpad, и вот эту, значит, косточку вводим в mesh трости. Так, ну в принципе, что, все тут
должно быть готово, за исключением вот этого вот панциря, как он себя поведет, да? Давайте заходим в Object Mode. Все тут не так сложно. Выбираем полностью глаза, выбираем шляпу вот эту. Можно даже трость выбрать и потом кости. Ctrl-P. White Automatic Widget. Ничего не матюкается в этот раз, все зашибись. Так, что еще? Выбираем кости, заходим в Pose Mode и назначаем Inverse Kinematic. Выбираем вот эту косточку серединную и через Shift управляшку Ctrl-P, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, не то выбрал, гоню что-то. Итак, выбираем вот эту косточку и вот эту, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, находим настройку кости, ставим на две кости. Так, проверяем, а ну-ка, G. В принципе, под одеждой будет не видно. Можно еще вот сюда добавить. Или, ну, это полюбасу вот на таких персонажей. Это уже нужно веса будет где-то настроить. Ctrl-Shift-C. Так, Inverse Kinematic. Тут тоже на две кости. Так, настраиваем также ноги. Так, вот эту, этой. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, тоже на две кости. И тут тоже управляшку на вот эту штуку, забыл, как она называется. Тоже на две кости. Так, есть такое дело. В принципе, все настроено. Так, проверяем. G, трость движется. Так, голова. Проверяем голову. Тройка на нампаде. Значит, R, все гнется, все зашибись. Так, теперь хвост. Настраиваем хвост на вторую косточку, выбираем и потом только первую. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic. Выбираем Inverse Kinematic, удаляем все таргеты и ставим на три кости. Так, а ну-ка, G. Пардоньте, Ctrl-Z, тогда на 4. G. Так, вот мы видим, что ломается, значит, у нас панцирь. И что-то тут хвост. Что хвост тут? Хвост что-то отделился. Отломался, отделился. Ай-яй-яй-яй. Как же, так же он же был склеенный, да? Ну ничего, это тоже поправимо, это не беда. Так. Под одежей будет не видно, а там можно вершины просто соединить на этом порыве и будет все нормально. Так, тройка на нампаде. Ну никак без косяков. Куда ни глянь, везде... Что-то пропустил, что-то не заметил, да? Ну, вроде я глядел ему под хвостом, есть файл, там все было склеено. Как он так оторвал его? Ну, не буду голову ломать, исправим. Так, теперь проверяем панцирь. Мне главное панцирь. Так, панцирь. Ну, я думаю, панцирь нормально ходит, да? Правда, он не должен быть живым. А ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Думай, башка, думай, шапку куплю. Заходим в Object Mode. Так, значит, это все давайте сохраним. Сейв. Зайдем в Edit Mode. Сначала в Pose Mode, чтобы вот это дергание убрать. Делаем английское A, Alt-G, Alt-R. И, значит, и сразу пропишем. Object Mode, Edit Mode, все, дергание пропало. Так, если вот этот
Вот эти кости мы можем просто привязать к тазу. Да, Ctrl-P, Keep Offset. Тогда заходим в Object Mode, перевязываем нашего персонажа, Ctrl-P, White Automatic Widget. И сейчас, когда мы будем, значит, крутить какую-нибудь косточку, эти кости должны стоять на месте. Ну да, вот стоят, но единственное, что нужно еще, наверное, Ctrl-Z, вот сюда какую-то добавить на хребет или опять же дорисовывать веса. Так, если выбираем тазовую кость, отвязан хвост. Не вопрос, заходим в Edit Mode, выбираем хвост и вяжем Ctrl-P к тазовой кости. Заходим в Pose Mode, выбираем таз. Все за нами движется, все нормально. Проверяем пальцы рук. Так, R. Все сгибается. Все. Вот как вот анимацию делать с такими когтями. Гнуть их, не гнуть, не знаю. Наверное, нужно это поделить и тоже гнуть как пальцы. Так, что еще? Так, проверяем таз. Все, видите, что вот эти кости держат у нас тазовую, да? Ну, этот панцирь, да? Так, проверяем, как поднимаются ноги у нас. Нормально. Так, теперь самый ответственный момент. Нужно добавить кости. Так, Object Mode на этот, как его, на пояс. Ctrl-A, Alt-H. Так, попробуем привязать сразу шмотку, вот эту, Ctrl-P, White Empty Grew, выбираем шмотку, заходим, находим Data Transfer в модификаторах, нажимаем на нашего персонажа, назначаем ему Vertex группы и делаем Apply. Так, выбираем, значит, теперь Rig, выбираем наши кости, G. Ну вот видите, что все движется, все нормально. Потом нужно посмотреть в кунг-фу панде, как движется, значит, вот этот черепах Угвей. У него мало движений, в основном, ну, стоит и что-то там болтает. Ну и в принципе для мульта этого будет достаточно, если делать в животном стиле. И тем более он будет в церкви стоять, ну, там что-то больше болтовни будет, чем ходьбы и передвижений. Хотя можно сделать анимацию передвижений, только не миксамовскую, а поменьше амплитуду. Вот раз. Ну так, чтобы он чуть-чуть ходил там. Так. Что-то тут шмотка будет, видите, немножко отдаляться. Так что этот вопрос можно исправить, добавив по кольцу вот этой шмотки круг с костей. Можно два круга добавить и тогда двигать. Сейчас посмотрим, как это пойдет. Но в принципе не столь важна эта штука. Нам главное, что еще? Вот это тут, значит, пояс. Заходим в Object Mode, выбираем кости Edit Mode, тройка на numpad. Вытаскиваем косточку с головы E. Alt-P, Clear Parent, делаем G. Добавляем ее вот сюда на ремень. Вот так. Она будет держать всю эту часть. Так, а ну-ка, раз. Вот эту часть она будет всю держать. Но только чтобы она все держала, нужно ее сделать S, сделать R, G и побольше выпустить, значит, вперед. Так, здесь чуть-чуть подкорректируем, где она гнуться будет. И, значит, Е на всю длину вытаскиваем косточку и подразделим ее. Можно даже побольше, чтобы она мягче ходила. Так, эту косточку, опять же, куда мы вяжем? Мы ее вяжем... По идее, мы ее должны вязать к тазу. Но... Таз у нас находится ниже, и тогда, а ну-ка, в принципе, таз можно и повыше поднять кость. А ну-ка, единица на нампаде,
Давайте G. Ну, таких-то финтов у него не будет, чтобы там прям он перегибался, да? Так, и тогда вяжем к тазовой косточке. Ctrl-P, Keep Offset. Заходим в Object Mode, выбираем ремень, выбираем кости и делаем Ctrl-P White Automatic Widget. Так. Перевязываем нашего Луглея, потому что у него кости изменились. Ctrl-P White Automatic Widget. Ну и что? Ну, в принципе, все, персонаж готов. Теперь нужно зайти в постмод и изменить ему вид костей. Так, эти кости будут у нас N-панель, RigTool. Это будут у нас кубы. В панели боковой уменьшаем размер. Поднимаем туда, где должны быть наши кости, если нам надо. Ну, вверх, вниз, влево, вправо, разворот. Вот здесь по X, Y, Z ориентирам, да, координатам. Находим Bone Group и назначаем, значит, это будет красное. Раз они в управляшке, это будет красное. Так, теперь что нам нужно? Голова. Так, вот эти все кости... Голова, позвоночник. Вот это все. Так, не, тазовую не надо. Чисто вот эти вот кости, которые за позвоночник отвечают, это будут циркулы. Мы им чуть-чуть поболя сделаем размер, чтобы их видеть, не теряться. Это будут желтый цвет. Так, желтый, желтый. Так, что еще можно придумать? Значит, вот эти кости, которые у нас просто привязаны и не дают ломаться, значит, нашему вот этому панцирю, мы их просто сделаем на сферы и уменьшим. И сделаем цвет, давайте, зеленый. Зеленый видно на черном фоне, хорошо, если вдруг они нам понадобятся, мы их найдем. Так, что еще? Вот эти кости, которые держат панцирь, они в анимации тоже участвовать не будут, пусть будут сферы тоже. Их можно развести, чтобы понимать, что это левая, правая. Ну и тоже давайте назначим зеленый. Так, второстепенные кости, которые что-то держат, пусть тоже будут сферами и пусть тоже будут зелеными. Так, теперь ноги. Все, так, с одной стороны выбираем кости вот это. Это будут у нас финджеры. Так, делаем их. Так, 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 поменьше. И делаем, чтобы... Так, где они тут? В принципе, что, пойдут, да? Так, а ну-ка. Делаем их финджерами. Плюс эсижен. Так, цвет будет у них синий. Так, а ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот так вот лучше. Так, теперь финджеры. И значит, это будет плюс цвет синий. Так, а эти будут у нас с этой стороны, чтобы, ну, чисто для понта, да, тоже будут финджерами, но только будут, так, какими они будут? Ну, коричневый пускай, да? Вот синий плохо видно на черном фоне, но, в принципе, может и хорошо так. Так, тазовое, это будет у нас поле. Не, не поле. Так, рут кость, а ну-ка. Вот, пускай будет рут костью. И значит, тут надо ее повернуть. Так, здесь по нолям. Здесь 90. Вот, развернулась. И делаем ей скайл. Допустим, пусть она большая будет. И пускай будет... Так, пускай будет синяя. Да. Или пускай даже будет
Нет, красный ремень, красный, ну пусть синяя пока будет, да? Так. Ну, в принципе, руки я не меняю. Вот хвост можно поменять. Так, хвост это будет у нас. Давайте финджеры тоже. Ноль угол. Так, там. Уменьшаем. Ставим цвет, пускай будет желтый. А на управляшку ставим куб. И уменьшаем его в размере. Можно чуть побольше сделать. Это будет красный. Так, тут такая же песня. Можно, значит, выбрать все вот эти вот кости. Значит, сначала сделать управление им. Вторую кость на первую выбираем. Ctrl-Shift-C. Делаем Inverse Kinematic. Выбираем Inverse Kinematic. Заходим в настройку костей. Удаляем таргеты и ставим на 1, 2, 3, 4, на 4 кости. Проверяем G. Все, ремнем можно будет управлять, Ctrl-Z. И тогда это будет тоже куб. Это будет у нас цвет, пускай будет тоже красный. А эти будут у нас тогда... Так, ну пусть тоже будет тогда финджерами, только чуть-чуть побольше. И, значит, на эти финджеры поставим другой цвет. Ну, давайте здесь уже можно ставить белый. Вот, их будет видно. Кстати, и тут куб можно тоже поставить белый. Вот, так он будет заметен. Так, теперь нам нужны кубы на ноги. Уменьшаем их размер. Так, это будет у нас красный. Так, ну вот эти кости в принципе не нужны. Это пусть будет тоже финджеры. Ну, побольше их поставим, чтобы видеть вот так. Пусть будут коричневые. Так, здесь что у нас? Здесь у нас будет циркл. Уменьшаем его, делаем чуть поменьше. Это будет желтый. Так, челюсти. Вот эту верхнюю, она не будет участвовать в анимации, поэтому ее можно сделать на сферу. Крит, пусть будет маленькая и пускай будет синяя. А это будет у нас опять же финджер. Так, назначаем. И пусть будет побольше, чтобы удобно было выбирать. Это будет красный. Так, глаза я не настраивал. И здесь проще будет делать не костями анимацию, а просто делать шипкеями. Ну, простой персонаж. Зачем ему добавлять то, что можно просто сделать... Значит, скульптом, да? Ну, в принципе, все. Так, что у нас тут? R. Рот закрывается. Прикольный чувак. А, и прописка. На нулевом кадре. Так, это значит delete. Так, и что еще я хотел бы сделать? Мне нужно верхнюю часть ему еще сделать. Так, это я сохраню файл save. Так, что у нас тут? G. R. Тут больше, видите, придется тоже ключицами работать, потому что ну, низко руки у него, лапы, руки, ноги, хвост. Низко у него стоит все. Да, он хорошо будет все это дело сгибать, но видите, верхнюю часть я ему хочу закрыть. Так, заходим. Так, в Object Mode выбираем полностью персонажа.
И применяем, а ну-ка, файл apply, шапка apply, ну и шмотки тоже apply, да? Так, теперь я хочу вот это все удалить. Кости delete удаляю. Вы видите, что я когда применил, значит, рик кости к этому персонажу, он остался в позе. Вот. Для чего мне это надо? Сейчас я удалю вот эти вот все виджеты. Delete. Ну, в принципе, все нормально, да? Так, и так. Вот глаза можно delete. Просто мне глаза не понадобятся. Понадобится только вот этот весь персонаж. Заходим, сохраняем все это дело. Экспорт. Сохраняем в Ops. Делаем десктоп. И на рабочий стол. Так, файл open, открываем UGWAY, смотрим, чтобы ничего не навернулось. Так, вот пропали глаза, потому что я их брал с другого места, а потом перекинул в другую папку. И значит, это не проблема, можно зайти в шейдинги, выбрать вот эти глаза. Так, зайти в Object Mode, выбрать вот эти глаза и просто здесь вот подставить, значит, где они находятся в папке, найти. И потом обязательно, конечно, файл save пересохранить, чтобы, значит, mesh программа знала, где находится эта развертка. Во. Так, теперь нужно верхнюю часть мне сделать, вот этот вот наплечник, да? Можно даже еще с капюшоном ему сделать, как у того персонажа, да? А, шляпу. Можно ему еще шляпу добавить. Он будет выглядеть круто. Такой, как Вранга, значит, вот этот змей. Джек, по-моему, или как его там, две легенды. Так, все это пока нам не понадобится. Я это все закрываю. Итак, теперь ZBrush. И, значит, импортирую я сюда вот этого персонажа в позе, да? Вот он углы, тройка на нампаде не работает, вот печально, меня вот это вот все вымораживает. Так, и простейший вариант, делаем Ctrl-D, делаем вот такую вот штуку, видите, как он прикольный, гладкий, ух ты, красавчик. Так, и теперь нужно выбрать Ctrl, зажать, зайти в Brush и найти автомаскинг. Найти bug face mask для чего? Чтобы на внутренних полигонах ничего не рисовалось. Вот видите, как я сделал, значит, ему без внутренних полигонов вот эту вот шмотку. Есть ролик, как это все делать. Когда вы заходите в дисплей, так, дубликат нажимаете, видите, их уже становится видно. Отключаете, их не видно. Оп, прикольная штука. Так, давайте теперь нарисуем ему вот эту штуку. Вот видите, где ему, ну вот плечо у него оформлено, но вот этот верхний панцирь как бы округляет это все дело. Так, теперь что нужно сделать? Поставить X симметрию русская Ч и вот так вот раз, так, а ну-ка, да, вот так вот раз и опа. Так, ну тут она должна побольше прям заходить на это дело. Вот так вот. Ctrl-Alt. Можно зачищать все это дело. Левая кнопка мыши. Ну и Ctrl. Вот это все, конечно, замазываем и делаем так, ну, более-менее, чтобы она на какие-то вещи не залазила. Кисточку можно делать побольше, Ctrl вот зажимаете, раз, и где-то побольше делать. Так, что теперь тут получится не так? А ну-ка, Ctrl-Alt.
В принципе, давайте пробовать на сетку поменять на дайнамешевскую, на экстракт, экстракт. Не, ровненько, все, зашибись. Ацепт. Вот такая получилась штука. С бортиком, да? Угу. И теперь что делаем? Так, это у нас простая штука будет, наверное. А ну-ка. Так, делаем всему этому ZRMesh. Геометрии. А, давайте сначала все это склеим, потому что у нас разные полигруппы, видите, да? Склеивает DynaMesh. Делаем Ctrl-W одну полигруппу. И теперь делаем, так давайте еще раз это все прогоним на DynaMesh. Ctrl левая кнопка мыши, снимаем, проводим по экрану, вот так рамку. Ну или тут нажимаем. Так, ZRMesh нажимаем и прям низкий-низкий-низкий полигонаж. Она сильно полигональная нам не нужна. Главное, чтобы она была. Так, смотрим, что получится, если будем... Ну, в принципе, что, все получится. Нормальная сетка, 1000 полигонов. Даже давайте попробуем ее еще меньше сделать. А ну-ка. Во. Отключаем пока черепаху, смотрим, что... Толстоватый у нас этот... штук, и пробуем теперь какую штуку, да? Заходим в полигруппы. И нажимаем Group by Normals. Так, а ну-ка. Здесь уже не прокатит эта штука. Тогда вернемся назад. До момента, где менялась сетка. Так, вот она, да? И вот так вот сделаем. И вот там, ух ты, сколько тут всякого, да? Тогда переделываем. Вот это все delete. Угу. Делаем поменьше, прям в ноль вот это вот. Экстракт, делаем ацепт и смотрим. Вот такая получилась штука, да? Так, а ну-ка. Зайдем теперь в полигруппы и посмотрим. By Normals. Так, вот она. Геометрии и удаляем все то, что мы скрыли. Это Del Hidden. Modify Topology Del Hidden. Теперь заходим в Displays. Вот этот нажимаем дубликат. И видим, что у нас остались только одни вот эти верхние полигоны. Ctrl-W одна полигруппа. Ну, в принципе, что? В принципе, хорошо. Так, теперь заходим. Так, 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 делаем еще ZRMesh. полигонов, нормально, так. И все это дело экспортируем на папку OGVA этого. Так, смотрим, как он будет выглядеть. В принципе, пойдет. Я его уже в блендер поднадую.
Так. Опускаем таймлайн и теперь скринкаски еще раз включу. М-панель, файл импорт, формат Ops. Находим в папке это вверх. И вот так она, значит, на него оделась. Смотрим, что да как с сеткой. Вот она. И можно, значит, ее чуть-чуть поднадуть. Это будет Solidify. Так, что-то она ее не надувает. Так. Делаем ей S. Так. Set Origin 3D геометрия. Так. Просто сетка уменьшилась, и она уменьшилась, да? Так, и если почему ты не хочешь надуваться. Так. Если ее выбрать, а ну-ка. Вот ее выбираем и делаем Solidify. Вот она. Видите, надулась. Вот этого достаточно будет. Файл Apply. Теперь делаем Shader Smooth. Сглаживаем все это дело. Заходим в материалы. Назначаем ей материал черный. Так, смотрим. Вот, видите, там раскрашенный. Здесь будет другой вариант. Значит, да? Или тут, а ну-ка, давайте попробуем уменьшить. Вот он, вот этот спекуляр уберем. Крафтнес чуть побольше, чтобы матово было. Ну вот уже вроде бы похоже. Но здесь вот давайте на верхнюю чуть-чуть цвет сделаем вот чуть-чуть поменьше, чтобы он как бы отделялся от куртки от этой, да? Так, есть такое дело. Но нужно же еще полоску красную вот эту сделать. Заходим в Edit Mode. Так, выбираем полигоны, Shift Alt не туда, вот по канту выбираем и делаем еще один материал, назначаем, делаем Excision и на него ставим уже красный цвет. Заходим в Object Mode, смотрим. Так. Ну, в принципе, он есть, но что-то он какой-то маловатый, да? Так, а ну-ка, давайте еще раз в Edit Mode. Добавим лупы. Вот сюда. Выберем тогда еще полигоны. Shift Alt. Оп. И эту тоже Shift. Так, Ctrl Z. Не туда жму. А ну-ка, где ты тут? Вот. Ну так будет красную полосу, да, наверное. Как лучше видно, да? А тут чего-то тут, ну, надо будет поправить, не проблема. Назначаем вот эту штуку, Excision. Object Mode. И меняем цвет. О, на более красный такой. Все, теперь ему нужно, значит, цепочка, крест. Так, углы, да вроде нормально, но почему-то, о, сместилось что ли. Так, ну в принципе, что? В принципе, нормальный углы. Так, если, так, а ну-ка давайте матовое еще поставим.
Вот разница, видите, покрашенный цвет и добавленный, значит, ну как, добавленный черный цвет материалом. Разница большая. Ну, в принципе, нормально будет. О, она должна выделяться, по идее. Так, и что я хотел еще сделать? Вот она находит на руку, но она, в принципе, и должна, когда рука опустится, она прям еще ниже должна быть, вот эта штука. Она прям плечо должно перекрывать сильно. Ну, вот такой, значит, получился на Дикий Запад гражданин. Вот так вот он выглядит. Так, вниз. Можно, как я показывал, просто ноги удалить, если будет анимация, и тогда не будет проблем. Вот эту шмотку можно еще сделать Edit Mode. И вот так вот. Так, что ты тут? На рентген. Бамс. И вниз еще больше опустить, прям до низа, вот, ну почти, да? Ну и можно еще перевязать, допустим. Так, вот эта штука тоже должна привязаться. Ну, привязываем ее Ctrl-P, White Empty Group. Модификаторы, дата, трансфер. И опять же нажимаем только теперь на шмотку. Не на персонажа, а на шмотку. И делаем Apply. Так, теперь, если мы зайдем в Pose Mode, нажмем что тут как. А ну-ка попробуем его. Этака, значит, тройка на нампаде R покрутить. Ну, нормально гнется. Все нормально гнется. Сильно он выпрямляться не будет. У него снова такой ходун будет. Вот. Вот так вот. Так, ноги. Ну, ноги у него тоже вот чуть-чуть там движуху будут создавать. Она сильно тоже не надо передвигать. На крайняк можно обыграть это все, не делая анимацию ногам. А просто его где-то брать вот в такой вот ракурс. Вот такой. И когда он типа идет, делать ему вот такие оп-оп-оп-оп, типа вот он идет, да, и передвигать его так. То же самое будет, что ноги показывать. А если так, то ну вот раз, 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 рывками вот так вот. И чуть-чуть перекручивать, допустим, оп, туда-туда, и будет нормальная походка. Так, ну вот. Что получилось? Это третий персонаж, значит, лев, заяц и монах. Теперь можно сделать курицу, это сестра Бетси. Потом можно сделать это, как ее зовут, что это в салоне работает, тоже ее можно сделать. Ну, я не знаю, кем она должна быть, такой гусыни или ну что-то такое. И будет новая история Дикого Запада, допустим. Но если еще дома попеределать в стиле мультяшном, то там вообще может быть заваруха нехилая. Все, всем пока, до свидания. Вот такой вот, значит, вариант.